Українська морська партія Сергія Ківалова набирає все більшу підтримку серед одеситів. Зустрівся з місцевими жителями по вулиці Академіка Філатова, 49/2, та познайомив з командою Малиновської районної організації лідер політичної сили Сергій Ківалов. Знаете, вот мы сегодня заехали, выходной день, в Малиновский район, для того, чтобы встретиться с жителями этого микрорайона. Слева, справа хрущевки, здесь старые дома, которые были построены в 60-х годах. Конечно, их нужно ремонтировать. Конечно, нужно оказывать реальную помощь жителям Малиновского района. Не только окна. Тут столько работы, по-моему, ни один депутат городского совета никогда не заходил сюда. Формула успеха мы показываем на примере наших университетов. И Национального университета, и Юридической академии. Мы показываем, что мы делаем и в Международном гуманитарном университете. Украинская морская партия берет на себя ответственность и заходит своей командой в городской совет. И мы все сделаем для того, чтобы вернуть самобытность нашего города, чтобы он был чистый, чтобы он был опрятный, вернуть ему статус туристического города, чтобы и гости, которые приезжают, и гордились нашим городом. Лідер Української морської партії переконаний, що тільки професійний підхід до справи дасть результат і дозволить Одесі вийти з того занедбаного стану, в якому вона перебуває останні роки. Мы сегодня здесь проводили субботники, мы сегодня общаемся с жителями, и я представил сегодня кандидата, его и раньше знали, кандидата по Малиновскому району от Украинской морской партии, это доцент Федоров, он председатель профсоюзного комитета Национального университета Одесской юридической академии. Он очень хорошо знает, что такое хозяйство, он хорошо знает, что такое социальная программа, потому что он на протяжении 3 лет занимается этой работой. Занимается в университете, а у нас университет 15 тысяч студентов и 2500 сегодня сотрудников. Керуючись головним завданням – захистом людини, за 20 років роботи Українська морська партія втілила в життя сотні соціальних програм. Понад 200 тисяч одеситів отримали безкоштовну юридичну допомогу. Тільки за останні роки тисячі одеситів отримали безкоштовні стоматологічні послуги. У перші дні пандемії, коли влада демонструвала повну розгубленість за підтримки Української морської партії, був створений центр по боротьбі з епідеміями, протидії коронавірусу і захисту від пандемії COVID-19, в якому тисячі одеситів змогли безкоштовно зробити тести і отримати імунні паспорта. Подальший розвиток соціальних проєктів – пріоритетний напрямок Української морської партії Сергія Ківалова. У політсилі знають, як убезпечити Одесу від нової хвилі пандемії. У разі посилення карантину і закриття підприємств в місті буде прийнята програма фінансової підтримки на випадок втрати роботи. У реальних планах – відкриття мережі соціальних їдалень, в яких самотні люди похилого віку і незаможні громадяни зможуть регулярно отримувати безкоштовні гарячі обіди. Також буде відкрита мережа муніципальних аптек, де ліки першої необхідності будуть продаватися на 50% дешевше. Знаете, мы уже достаточно длительное время работаем в Малиновском районе. Конечно, жители устали, и многие разочарованы и выборами этими бесконечными, этими депутатами, которые ничего не делают. Даже нам задают вопросы, а вот почему, где вы были? Мы, во-первых, у нас был представлен депутат в Малиновском районе от Украинской морской партии, только на определенном округе. Весь район, конечно, не был охвачен, но почему? Потому что был такой выбор, и были определенные депутаты городского совета, которые здесь не работали. Сегодня здесь работаем мы, и я уверен, что будет оказано соответствующее доверие. Мы занимаемся и развитием спорта, развитием инфраструктуры. Мы знаем, как это делать. И я думаю, что, конечно, общаясь с жителями, мы помогаем, мы делаем много. Сегодня мы провели огромный субботник. Тут проблема, которую они не могли решить на протяжении нескольких лет, обращаясь в различные инстанции. Именно сегодня Украинская морская партия Сергея Ківалова решила эту проблему. После этого мы сегодня проводим такой праздник для детей. Просто для того, чтобы поднять настроение жителям Малиновского района. У Малиновському районі працює приймальня Української морської партії Сергія Ківалова, куди регулярно звертаються одесити за допомогою. Команда поліціли – це справжні професіонали, які знають свою вулицю, місто, райцентр, громаду і готові до сміливих і рішучих кроків. У нас уже месяц работает приемная Украинской морской партии Сергея Ківалова в Малиновском районе. На Инглезе 8, это бывшая 25-я Чапаевская дивизия. У нас уже более 100 обращений, многие из них отработаны. Но почему? Потому что мы знаем, как это делать. Вы знаете проект Сергея Ківалова, который действует уже более 20 лет, это юридическая клиника. И сегодня ее филиал в том числе действует и в Малиновском районе. И он работает эффективно. Почему? Потому что мы знаем, как эти проблемы решать.
Також на заході була присутня директор громадської організації «Мангуст», представник Української морської партії Сергія Ківалова Тетяна Куленко. Вона зазначила, що за підтримки політичної сили побудовано 20 спортивних комплексів і одним з пріоритетних програмних пунктів є розвиток спортивної інфраструктури. Сейчас мы находимся в Малиновском районе, на улице Филатова. Вы можете посмотреть вокруг. Действительно, это район, в котором живет огромнейшее количество наших жителей города Одесса, наши семьи, наши дети. Именно этот район, он центр, потому что именно здесь развиваются наши будущие поколения. Мы должны приложить максимальное усилие для того, чтобы жители города Одесса, они могли спокойно развиваться и имели социальную застраховку. Они быть, чтобы наше взрослое поколение, они действительно не собирали копейки настоящие на свою коммуналку, а для того, чтобы они были как в Европе, они могли путешествовать, они могли видеть Украину, и они могли наслаждаться этой жизнью. И на сегодняшний день спорт есть одна из составляющих часть нашей молодежи. На сегодняшний день я, как в прошлом, сам спортсмен, развивать инфраструктуру спорта надо. Посмотрите, стадион 20-й школы. Сколько детей? Ни одного турника нет, ни брусьев, ничего нет. Этому стадиону уже, наверное, если не ошибаюсь, лет 40. За 40 лет здесь ничего не менялось. Сейчас, вот еще раз повторюсь, мы заканчиваем боксерский клуб Академия бокса, где все дети города будут заниматься абсолютно бесплатно. Також жителі району поділилися з партійними активістами проблемами, які їх найбільше хвилюють. Малиновська районна організація Української морської партії Сергія Ківалова вже прийняла до уваги питання, які турбують місцевих жителів, та працює над їх вирішенням. От криша, я в 53-му номері живу по Філатову, дом воєнних був. Зараз, звісно, багатьох нет, хто уїхав, хто в інший мир, як говориться, ушов. Но никаких ремонтов, абсолютно. Крыша течет, вот сейчас был дождь, у людей попротекало так, что наступает зима. Сделайте нам стадион, и мы будем довольны. Стадион. Пока нам вот ничего нет. Детскую вот там спортивную. Спортивную сделать. Площадку, да, стадион. О благородии, смотрите, какая здесь красота. Партия, которая всегда уделяла очень большое внимание именно социальным проблемам и социальным вопросам нашего населения, всех жителей нашего города. В первую очередь, это особое внимание уделялось пенсионерам. Забота, защита и медицинская, и социальная, и юридическая. Мне очень нравится программа, которая предложена была партией по компьютерной грамотности наших пожилых людей. Я поддерживаю Сергея Васильевича Ківалова. Я буду голосовать. И мой сын тоже. Українська морська партія Сергія Ківалова активно співпрацює з жителями не тільки Малиновського району, а й всього міста. Партійні активісти оперативно визначають проблеми різних районів Одеси та активно працюють над їх вирішенням. Це є головною причиною того, що Українська морська партія Сергія Ківалова має визнання та повагу багатьох одеситів.